Всем привет, ребят. Ну что, сижу вам, записываю ролики. И в Фейсбуке, и в Телеге скинули, что скоро будет обнова, и нас ждет новый питомец в этой обнове. Сейчас я вам его покажу. В принципе, питомец довольно-таки интересный будет. Так, сейчас я позакрываю то, что не надо. Такс. Захват экрана. Вот так вот он будет выглядеть. Ну, не знаю, посмотрим какой-то обжора. Судя по всему, креветки там, пирог какой-то, курица. По идее он, не знаю, я думаю, что он будет что-то делать со зданиями, скорее всего. И либо разрушать массово. То есть он будет ударник, скорее всего. Интересно, что же он, как он будет действовать, то есть на атаку, либо на деф, пишите в комментах, но скорее всего, что он будет на атаку. То есть довольно-таки интересный вариант. Что дальше будет, не знаю. Вот, реально, что они обновят у меня уже. Кстати, можете меня поздравить, сейчас вам... Практически фуловый аккаунт. 1 726 000, ну 1 730 000 это максимум, что на сегодня можно будет натянуть. Там еще надо 13 скиллы подокачивать героям и там довести одного героя. То есть, ну, где-то плюс-минус так. То есть 1 730 000. Можно, конечно, больше сделать, если убрать, поставить ронинов, прокачать, которые на сегодня дают больше всего силы. Но опять же, это такое, скажем так. Также есть вторая картинка, не знаю, правда, я еще не видел. Правда, неправда, сейчас попробую захватить вам ее. Так. Посмотрим, будет это правда или нет. Вот такая вот картинка. Новый скин на стрелка, второй, скорее всего. Что это будет, непонятно. Возможно, будет что-то интересное. Может, просто фейковая картинка. Посмотрим. Пока на сегодня ничего не известно. То есть обнова, скорее всего, где-то будет у нас. Возможно, выйдет и завтра, либо послезавтра, кто его знает. Но, блин, интересно посмотреть, что они придумают в этот раз. В прошлый раз они нам придумали 30-е прорывы позапрошлый, 13-е скиллы прокачки. Тут, возможно, нам дадут, есть такое, скажем так, не то что опасение, что дадут новые прокачки. У меня есть предчувствие, что сделают нам все-таки уже прокачки на девятку эмблем, то есть как вариант. Плюс должны повысить левел скинов, не скинов, а левел этих, ой, уже вылетело, что хотел сказать. Короче, эмблемы прокачивать, плюс левел питомцев, плюс еще опасения есть, что возможно нам добавят прокачку чар, уровня чар. Но я думаю, вряд ли, но если это добавят, это будет реально полный трэш, но я думаю, до этого не дойдет. По сути, у нас осталось еще некоторые скины на здание. То есть у нас есть с того, что у меня, насколько я помню, это вот аренка, здание с юнитами, то есть для найма юнитов, недокачанное. У нас там еще осталось, возможно, здание смотрителей, вот это здание на этот аугментацию. Остальное вроде все как бы у меня стоит, есть еще на эту, на гильдию, если я не ошибаюсь, оно что же не качалось. То есть это как вариант. Кто играет на английском Android сервере, вот кидайте заявочки, гильдия Ukrainian, пишите в ВК, либо в телегу по поводу приема, там ребята спрашивали. По сути, что дальше делать на аккаунте, я даже не знаю, я уже и так перекачиваю героев некоторых, вам тестирую.
Качать больше мне нечего, то есть у меня прокачаны все прорывы. Остались только скиллы, то есть на 13 поднять это дело, там пару дней можно это сделать, и все, дальше сила уже никак не будет. Ну, плюс нового героя вытащим и питомца. Это единственное, на что, возможно, надо будет донатить. Интересно, какой будет новый герой, донатный, не донатный. Мне кажется, что все-таки будет уже донатный. Без донатных уже и так хватает, плюс добавят еще какие-то плюхи. Ну, по сути, на сегодня, я же говорю, плюх валом на английском сервере, как видите, тут и по прокачкам у меня уже этих чар 19 там с хреном. Вчера начал просто качать аккаунт, решил подкачать, и, в принципе, за 2-3 дня я вернул там силу до фула, докачал. То есть дальше ресурсы все просто тупо не нужны уже. Даже так, если взять, даже если прокачивать там одного-двух героев, ну, толку от этого, скажем, никакого. Поэтому я качаю сейчас другие аккаунты на английском сервере. Тоже будет у вас новый интересный контент с новыми аккаунтами. Десяточка есть, и увидите еще кое-что. То есть новая рубрика будет, потому что как бы мне уже, по сути, ничего на этом сервере не надо. Как видите, коробки вот на 1532, это можно там сколько, 15 алтарей прокачать свободно. То есть тут всего хватает, эмблемы, чарки. И после того, как добавили чарки, даже коробки тоже, я не ролю там с чарами коробок, тоже немерено. То есть оно, по сути, тоже все стоит и никуда не девается. В общем, как-то так. Ждем, что нового. Еще есть у меня такие интересные мысли, что добавят. Вот видите, эти красные камни просто в печали. Посмотрите, что тут делается. Я уже дофига и слил. Они проблему создают. Не могу открывать 5-6 коробки. О чем мы там говорили? По поводу прокачек. То есть куча всего есть. Ну, по сути, можно каждый раз менять, что-то выбирать, тестировать. Вот это единственный тестовый аккаунт, и он уже на максималке. То есть тут все, что хочешь, есть, все, что надо. Герои, в принципе, все и последние. Ну, это английский сервер, я не раз говорил, что тут быстро все добивается. Как бы это чисто для теста. Ну, вот максимальный тест у нас уже есть, скажем так. Поэтому посмотрим, что будет. В любом случае, должны тогда, если будет новый питомец, ведут новые сумки с пятами. Вопрос, какие они будут. И вопрос, будет ли он донатным. Потому что в последнее время они вводят донатных питомцев, которые реально... Так, сейчас, ребят, секунду. Которые реально, скажем так, тащат. Вот. Ну, для бездоната это, конечно, нереально. Не знаю, посмотрим. Думаю, пару дней будет уже больше инфы об обнове, но надеемся на то, что это будет бездоната. Конечно, интересно посмотреть на героя, потому что последнее время герои очень интересные, очень универсальные, начиная там Лазуля, Космо, если взять, Роза та же самая, то есть Свален, они все массовые. То есть если сравнивать их с предыдущими героями, которые у нас были, это просто жесть, насколько разница. Я всегда вам показываю тесты, даже на максимальных прокачках старенькие герои иногда не могут ничего сделать обычным героям, даже без прокачек. То есть большинство героев у нас, скажем так, не актуальны, точно так же, как и большинство локаций, которые они до сих пор не меняют, к сожалению, непонятно почему. Ну, надеемся на то, что они задумаются над спецификой игры, потому что уже много-много им рассказывали, показывали, возмущались, но так ничего не меняется, добавляются новые локации, все. То есть игра там, блин, полдня надо фармить ее, чтобы получить плюхи. Для бездонатов можно на полдня засесть, донатам, конечно же, проще, но от этого как бы суть не меняется, люди уходят, и это печально. Ну, одни уходят, новые приходят, это нормальное явление, как бы Castle Clash пока живет, посмотрим, сколько оно будет жить, потому что люди перестают донатить на
на других серверах, да и вообще все переходят там на английский и на AES, где вы можете получить за минимум доната, получить фуловый А, как это я делаю здесь. Вот так вот. Ждем, в общем, обновы. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.